2021 году выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на 32 миллиона 199 тысяч 746 рублей. В рамках контракта предусмотрен ямочный ремонт более 9 тысяч квадратных метров. Фактически выполнено чуть больше половины. В рамках контракта по содержанию дорог выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием в частном секторе 10 600 квадратных метров. В рамках реализации мероприятий под программой «Дороги Красноярска», государственная программа Красноярского края развития транспортной системы, бюджету города Назарово представлена субсидия в сумме 19 826 704 рубля, в том числе субсидия из краевого бюджета 19 630 и софинансирование составляет 196 304. На эти средства выполнен ремонт автомобильной дороги улицы Арбузова от перекрестка с улицы Чехова до пересечения с улицей Карла Маркса, 665 метров. В 2022 году планируем продолжить ремонт дороги по улице Арбузова от перекрестка с улицы Карла Маркса до Революционной. Ну, да. И кроме того, на 2022 год уже проведен аукцион по содержанию автомобильных дорог. Победителем является компания, обслуживающая нынче наши дороги. Подписываем контракт ориентировочно 2 ноября. По ямочному ремонту я могу вам как бы отдельную такую оду спеть, да? Так. Знаете, вообще у нас ямочный ремонт как бы подразделяется на три вида. Это с разделкой кромки, то есть с выработкой карт, сплошным асфальтированием и ямочным. В этом году мы применили все три вида. Но в чем история получилась? В этом году большой объем работ проходил по городу Ачинску. Ну, ни для кого это не секрет. И, в общем, весь потенциал заводов работал именно туда. У нас вы сами видели, что очень лихо начался ремонт улицы Арбузова, где были демонтированы очень быстро бордюры и снят слой старого асфальта. Потом эти работы прекратились практически на все лето. И в основном все шло на Ачинск. В связи с этим мы не получали, вернее, подрядчики, которые у нас на контракте, не получали эти объемы асфальта, вот, а то, что получали, ну, они укладывали. Поэтому, с учетом того, что мы сейчас закрывать будем еще и сентябрь месяц, октябрь месяц, вернее, там квадратов 400, наверное, еще уже положено там по нижней дороге и так далее, этот процент чуть вырастет. Ну, я готовился заранее, вот, формы нам принесли вчера. А если учесть здесь еще такие обстоятельства, что в процессе ремонта неоднократно повышалась стоимость битума, а порой его не хватало даже у самих заводов, вот все в совокупности привело к такой нам плачевной ситуации. Так мы деньги-то выберем, нет? Что? Деньги выберем. Это же контракт. Конечно, конечно. 100% будет и сделан, и оплачен? Нет, мы просто, нам придется эти деньги, которые мы не использовали на ямочном ремонте, придется сделать передвижку там на в виде инертного материала и отсыпать некоторые улицы. Ну, по большому счету, план по ямочному ремонту, получается, мы не сделали. Не сделали. Из-за того, что нам асфальта не дали. Ну, грубо так, да? Да, грубо так.